Участники всероссийского опроса работают по выходным ради дополнительного заработка и карьерного роста. По какой причине тратят на работу свой уикенд соликамцы, сейчас узнаем. Вы по выходным работаете? Да. А почему такой график? 2 через 2. Куда деваться? Конечно. Работаем. Почему? Ну, а кто будет работать? А как же график 5 на 2? 5 на 2? Мы соблюдаем 5 на 2, но у нас плавающий график. Мы можем отдыхать и в выходные, и в будние дни. Я пенсионерка. А до этого? Скользящий график, естественно. А было бы легче, если было бы 5 на 2? Не знаю, я уже 13 лет на пенсии, я уже забыла все это. Вы работаете в выходные дни? Да. По каким причинам? А потому что так надо было. А поменять на 5-2 не хотите? Не, ни в коем случае. У меня график очень хороший, мне нравится. Нет. А почему? Ну, я считаю, должен быть баланс между личной жизнью и работой. Добавлю, по Трудовому кодексу работа в выходные или праздничные дни допускается с письменного согласия работника или по его просьбе.